Нет, друг мой, пускай дама сама решит, с кем я общаюсь. Она уже решила. И что же она решила? Что тебе пора сливаться. Вечер не задался у нас обоих. Куда тебя подвезти? Я тебя не обижу. Ванная комната там. А как же дама? Они ссорились, когда я уходил, и неизвестно, куда эта ссора их привела. По лесу бродит стая волков. Из тайги вышли от пожаров, наверное. Так и подбираются к самому дому. Видимо, мной интересуются. Страшно становится. Но вы будьте спокойны, у меня есть все разрешения. Да, я еще заеду подписать документы. Помните, в окрестностях бродят голодные волки. Маньячина. А ты избалованная, лживая, непослушная дрянь. Ты готова к этому? Я просил вести себя тихо. Любовь, это когда год за годом кормишь из ложечки и убираешь дерьмо из-под любимого человека, потому что из-за аварии у него перебит позвоночник и он обездвижен. Но ты никогда его не бросишь. Ни за что. Вот что такое любовь. Шикарно выглядишь. Однако что-то не так. Так о чем поговорим? О любви. Женщины хотят любви, мужчины хотят любви. И никто не знает, что это такое. А ты знаешь. Я знаю ей цену. Я тебе так благодарна. Все твои намерения во взгляде, а мысли едва не на губах. Я так тебя ждал. Алло. Ты что, маньяк? Ну покажи. Ну пожалуйста, 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 пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Пойдем. А знаешь, что самое ужасное в этом всем? Потом ты ее убьешь. Я? Угу. Я не насильник и не убийца. Ты используешь меня как помаду или салфетку. Да отвали от меня, не трогай! Хорошо, я сделаю это. Сделаю, как ты просишь, чертова сука. Я в твоей власти, я твой. Мне страшно. Почему? Страшно, что все это скроется, и что тогда?
пожалуйста, только не убивай. Я аккуратно поеду на вашей красотке, а вы на моей колымаге. Доедем до ровного участка, я сниму колесо, и все решится. Для меня удовольствие вам помочь. Это не проблема. Какая у вас собака? Хаски. Сибирский или маламут? Сибирский, конечно. В Сибири место только сибирякам. Зачем нам баламут? О, связь появилась. Не хотите позвонить? Хочу. Привет. Да, машина у тебя действительно приметная. Такую издалека заметишь. Только кажется, что запаска у тебя не по размеру. Ты думаешь, я способен убить тебя, потому что не досчитался одного ключа в кармане? Наверное, вся полиция города уже мчится к моему дому, чтобы освободить тебя и стать героями. И я так виноват перед тобой. Но я просто любил и хотел, чтобы меня любили. Как же мы слепы, когда одержимы. Развяжи меня. Давай уйдем отсюда вместе. Давай сбежим отсюда вместе. Пожалуйста. Я оставлю все двери открытыми. Они найдут тебя быстро. Нет! Нет! Он не сизенький голубчик. Добрый молодец идет. Что не сизая голубка. Краснодевица душа. Я не хочу! Летел голубь. Летел сизый